находимся у берегов Панамы, где, предположительно, обнаружен гроб легендарного мореплавателя сэра Фрэнсиса Дрейка, похороненного в море больше 4 веков назад. Скажите, а вас не смущает такое надругательство над останками предка? Звучит двусмысленно. И вы же мне вроде не верили. Ну да, я навела кое-какие справки. И насколько мне известно, Фрэнсис Дрейк не оставил потомков. Ну, историки могут ошибаться. И нельзя надругаться над тем, чего нет. Обалдеть! Вот хитрюга. Что там? Ну-ка, покажите. Нет, нет, еще чего. Уговор был только на гроб. И все. Одну минуточку. Моя программа оплатила эту экспедицию. Без вы нас же получили свой сюжет. Нет, мистер Дрейк, вы подписали контракт, и я имею право видеть все, что вы тут... Давайте это потом. Салли, у нас проблемы, давай скорее. Так, так, а что там случилось? Пираты. Пираты? Да, современные. Эти пленных не берут. Ну, по крайней мере, мужчин не берут. Стоп, вы о чем вообще говорите? Может, нам вызвать береговую охрану? По идее, надо бы, но у нас у самих нет разрешения тут находиться. Чего? Да, так что если не хотите в панамскую тюрьму, придется разбираться с ними самим. А что хуже? Да, вы явно не бывали в панамской тюрьме. Стрелять-то хоть умеете? Ну, это же как камера. Просто наводишь и жмешь, да? Все так и есть. Ну, поехали. Сейчас бакер вон. Прыгай. Погодите. Эй, ты куда? Сейчас. Давай. Сейчас. Ну. Ага. Вот не на минуту нельзя тебе одного оставить. У меня было все под контролем, пока нам лодку не взорвали. Ты как? Меня ждут годы психотерапии. О, да это же прекрасная, непревзойденная Елена Фишер. Получите минуту славы. Я предпочел бы остаться за кадром. Мне Виктор Салливан. А. Да чтоб тебя. Я бы предложил валить, пока нас еще кто-то не заприметил. Ну? Подарок от сэра Фрэнсиса. Что, нашел-таки гроб? Погоди-ка, это то, о чем я думаю. Дневник самого Дрейка. Как я и сказал, свою смерть он инсценировал. Шел на что-то крупное. Да, но ты только не болтай. Ладно. Это ваше, мистер Дрейк. Думаю, я заслужила право взглянуть на этот дневник. Смотри, когда Дрейк отправился в Тихий океан, он застал испанскую флотилию врасплох. Он захватил их корабли, их карты, письма, документы и переписал все это в свой дневник. Ага, так но это... потом в Англии королева Елизавета конфисковала все его записи и журналы, и дневник. И потребовала от всей его команды молчания. Так значит... Дрейк явно что-то обнаружил в этом плавании. Что-то секретное. И очень ценное то, что надо хранить в тайне. Ладно, Нейт, давай притворимся на минуту, что мне все это неинтересно. Переходи к делу, а? Ему сразу кульминацию подавай. А что дамы об этом говорят? Пока никто не жаловался. Ну ладно, тогда вот самое интересное для тебя. Ха-ха-ха. А? Это же хреново Эльдорадо. Ну, что скажешь, крупная добыча. А еще что он пишет? А, так теперь тебе интересно, да? Да. К сожалению, ничего. Последнюю страницу вырвали. Ну вот. Зуб даю, Салли. Это оно.
Наконец-то это оно. Точно. Только у нас есть одна маленькая проблемка. Да, я же сказала, взорвалась. Утонула. Нет, у нас же на этот случай есть страховка. А. О, нет, камера нет. Все нормально. За камеру не переживай. Нет. Как новенькая. Салли, она может за себя постоять. Ты бы ее видел. Ладно, тогда иди скажи, что мы нашли затерянный золотой город. Пусть ее продюсер впихнет это в эфир. А, да ладно тебе. Нейт, ты мне доверяешь? Ну, плюс-минус. Хорошо, потому что конкуренцию нам составят все бандиты мира, если мы от нее не избавимся прямо сейчас. Ты такой джентльмен, Салли. Знаю, неприятно. Ничего, переживет. Нет, я не... Ну и пускай мы превысили бюджет. Ты понимаешь, что это может быть самый громкий сюжет года? Эй, привет. Нет, я им вообще не доверяю. Поэтому надо быстро. Дай мне съемочную группу, и я обещаю, что... Ах ты, сволочь! Эй! Этого следовало ожидать. Ну? Я не вырубаюсь. Судя по координатам, это прямо здесь. Может, ты просто не так смотришь. Дай сюда. Нет, мы на месте. Тут ничего нет, Нейт. Опять мы зашли в тупик. Тихо, Салли. Расслабься. Давай лучше осмотримся. Какое милое, уютное местечко. Не совсем то, чего ты ожидал, да? Да. Ну и где все золото? Отсюда все вынесли много веков назад. Вшивый британский пират. Это сделал не Дрейк. Посмотри, испанцы побывали тут еще до него. Ты чего, Салли? Нет, не нужна мне эта дурацкая железка. Я в долгах, как в шелках. Я рассчитывал, что нам повезет. Что, ты все пропил в барах Лимы? Да, и плюс пара неудачных сделок. Я всегда говорил, держись подальше от плохих парней. И плохих девчонок. Да? Кто бы говорил? Это ты о чем сейчас? Та репортерша. Видал я, как ты на нее пялишься. Елена? Перестань. После того, как мы ее бросили, мне явно ничего не светит. В любви и на войне все средства хороши. А если одно не отличить от другого? Тогда, мой друг, у тебя проблемы. О, ну и ну. Храм построили вокруг нее. Вокруг чего? Статуи. Золотой статуи. Огромной золотой статуи. И посмотри, тут люди этой штуке поклоняются. Ну... Вроде бы люди. Ну, конечно. Эльдорадо. Золотой человек. Салли, это не золотой город. Это он. Золотой идол. Эх, представляешь, сколько бы он теперь стоил. Тут следы. Смотри. Наверняка испанцы его на бревнах вытащили. Ха. Мы опоздали на 400 лет. Значит, это все. Похоже на то. Вот черт. Но можно? Можно что? Пойти по следам. Ого! Да чтоб я сдох. Наверное, поднялись по реке в паводок и застряли. Пошли, посмотрим. Нет, стой. Как-то это все слишком чудно. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джунглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай, так и сделаем. О, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Ладно. Легких путей мы не ищем.
И где же ты их раздобыл, мой гниющий друг? И представь, он еще здесь. Это в каком смысле? Похоже, его убили. В клочья разорвали. Вот жуткая смерть. Звучит ужасно. А что в карманах? Ты сама доброта. Не может быть. Вот это да. Нашел что-нибудь? UK-2642. UK-2642. Вот он. Ты там живой? Салли, ты не поверишь. Что там? Тут пропавшая страница. Да ладно. Похоже, Дрейк и немцы искали одно и то же сокровище. Тут карта, она приведет нас прямо к нему. Нейт, только чтобы не получилось опять все впустую. Экспедиция должна окупиться или... Или что? Салли, ты слышишь? Салливан! Привет. Эй-эй! Дружки твои, Салли? Я Габриэль Роман. Да, я знаю, кто ты. Говнюк. Манеры, юноша. Это просто бизнес. Туда иди. Полегче. И руки вверх. Ладно, поднял. Ваш друг мне должен, мистер Дрейк. Большие деньги. И когда он сообщил, что вы с ним на что-то вышли, прямо... На добычу века, не меньше, я был заинтригован. Но он и раньше делал громкие обещания, не правда ли, Виктор? И опять все повторилось. Очередная пустая затея. Он всегда такие телеги толкает. Полегче с ним, Наварро. Что ж, боюсь, что наше время вышло. Разве только вы нашли что-нибудь вон там, мистер Дрейк? Что-нибудь, что компенсировало бы мои затраты. Он издевается, они все слышали. Отдай им карту. Медленно. Какая связь у немецкой карты с Эльдорадо? Ты что, думаешь, это совпадение? Немцы искали тоже сокровище, и эта карта у них неспроста. Ну, в расчете? Пока да. Но просто, чтобы ты навсегда запомнил. Эй, слушай, не трогай. Да, ребята, а вы разве не пальцы обычно отрезаете? Это слишком вульгарно. Есть способ ранить его сильнее. Нет, стоп. Не надо, Роман. Он тут вообще ни при чем. Салли! Салли! Ах, ты гнида! Полегче, ковбой. Это за то, что меня бросил. Как тебя сюда занесло? Я репортер. Что, я не выслежу двух никчемных расхитителей град... Туда ушел! Я их предупрежу. Остался только один расхититель. Салли убили. Что? Да. И нам конец, если не свалим. О, Господи, какой кошмар. Скажи, что у тебя есть пистолет. Конечно.
Спасибо. Ладно, пошли. Ты всегда такой популярный? За мной вечно гоняются всякие мрази. Без обид. Да, конечно. Память хорошая? Ну да. И окей, 2642. Запомнила? Да, а что это? Это координаты острова. Кажется, я знаю, где спрятали Эльдорадо. Эльдорадо? Проблема в том, что эти мерзавцы тоже знают. Да чтоб тебя! Если испанцы нашли сокровище, то наверняка перевезли его туда. И Дрейк шел за ними. Так чего же мы ждем? Я получу сюжет, ну а ты? Да. То, что ты там ищешь. Есть! Ну, поехали! Эй, это не увеселительная прогулка. Я могу за себя постоять. И вообще, с тебя причитается. Ну, вообще-то да. Мы разыскиваем утраченное сокровище Эльдорадо. И поиски привели нас сюда, на крошечный островок посреди Тихого океана. Посмотрим поближе. Надеюсь, нас не опередили. Найдем ли мы руины давно забытой колонии и груз испанского золота? Или остров приготовил для нас какой-то мрачный сюрприз? Теперь никто канал не переключит. А это еще что такое? Зенитное орудие? Вот это подло! О, боже! Мы горим! Да убери ты свою камеру, нам прыгать надо! Прыгать? В этом корыте хоть парашюты есть? Самое время их поискать! Надеюсь, они не сгнили! Ну вот, сейчас и узнаем. А ты когда-нибудь это делал? Конечно! Просто прыгаешь, считаешь до пяти и дергаешь. Давай, пошла. А ты идешь? Я немножко занят. Давай уже. До встречи на земле. Да, я сейчас. Считаешь до пяти и дергаешь. Что тут сложного? О, черт! Ребята! О! Черт! 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 О! 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 Напугал. Елена, что она вытворяет? Алло! Бука Пинту! Я по имени Вичьяли Сикаван! Зараза! Сиоланло! Чепатан Бука Пинту! А, Таи! Ха-ха-ха! Сработало!
Вон он! Наверху! Готовь пулемет! Вот блин. Что? Ты, конечно, очень опытный искатель сокровищ. Но вряд ли ты найдешь здесь Эльдорадо. Как ты умудрился так вляпаться? Ну, вообще-то я тебя спасал. О, это так мило. Тут у нас традиционный кирпич из песчаника. Известковый раствор. И откуда у тебя такие познания? Моя программа. 4-я серия «Архитекторы нового света». Да, надо будет просто дернуть как следует. Что? Погоди, ты уверена? Уйди с дороги, Блудо! Чепатан, открой эту чертову дверь! Вот черт. Дрейк! Эдди Раджа. Ну кто же еще? Удивительный документ, а? Похоже, этот сэр Фрэнсис был прямо моим коллегой. Не льсти себя, Эдди. Не любишь ты по-хорошему, да? Давай так. Приведешь меня к золоту, и я могу сохранить тебе жизнь. И все? Два варианта? Сдохнуть сразу или помочь тебе и сдохнуть? Тяжкий выбор, но знаешь что? Давай-ка сразу. Да и кому? Слышь ты, опарыш! Мне обещали, что я найду на этом острове сокровища! А теперь мои люди умирают! Они даже выйти поссать не могут без вооруженного сопровождения! И что я в итоге имею? Нет! Я делаю тебе честное предложение. Поможешь найти золото, и тому из нас, кто выживет, достанется все. Включая, конечно, девчонку. Девчонку? Да ее давно и след простыл. Наверняка сбежала с острова за помощью. Да и Кучин, ты никогда не умел играть в покер. Я ее найду, уж поверь. Что вообще может сделать одна девчонка? Ну, погнали! Спасибо. Эй, чтоб тебя! Умница. Спасибо. Эй, эй, Букапинту! Держись! Катика, Павлика! За ними! Так, хватайся за руку. Есть! Ты цела? Да, порядок. А у тебя кровь. Да ничего страшного. Надо драпать отсюда. Что там? Давай. Далеко собрались? Привет, Эдди. Ты правда думал, что сможешь сбежать от меня? Нет, нет, я просто хотел устроить барышне экскурсию. Заткнись! Ты тоже, небось, на них работаешь? Что? Вы думали меня развести и забрать всю добычу себе? Ладно! Он что, чокнутый? Эдди, успокойся, приятель. Все, кончилась твоя удача. И дорога кончилась. Так, отдавай мне карту. Держись. Ладно, признаю, ты меня уделал. Эй, не двигайся. Спокойно, Эдди. Я просто достаю для тебя карту. Сказал же, держись. Я держусь. Так, давай ее сюда. Нет, стоп, ты же велел не двигаться. Подойди и возьми ее сам. Эх, да и кому? Это была ошибка. Вот уж точно. Надо было повернуть до моста. Очень смешно. А, иди сюда, кое-что покажу. Она еще работает? Ага. Посмотри. Короче, видишь это здание в гавани? Там разгружались все прибывающие в колонию корабли. Если сокровище Эльдорадо доставили на этот остров, оно должно было попасть сюда. Минуточку, а это что? Что? Отмотай назад. Ну? Вот, стоп. Ага. Смотри. Это наш билет отсюда. Пошли. Билет отсюда? Ты что, сдаешься?
Ты не заметила? Нас меньше, а их больше. Ну, пока мы справляемся, тоже мне. Елена, я не хочу, чтобы на моей совести был твой труп, идем. Да брось! Хочешь сдаться, пожалуйста, только не вали это на меня. Хорошо, я сдаюсь, ясно? Я ухожу. Ты со мной или как? Что, и все? Ты просто забудешь про сокровища и даже про Дрейка? Знаешь что, ради этого не стоит умирать. Ладно, поняла. Слушай, нам так и так придется вернуться в гавань. Так что расслабься. Еще успеем это обсудить. Все будет круто. Стой! Теперь я поведу. Окей. Ух ты. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу. На борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски и украшения. Ого, читаешь староиспанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Золотая статуя. Вес 20 арок. Больше 500 фунтов. Это она. Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Франсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать. Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо... мы увидим только на бумаге. Оп! А лодки-то и нет. Упустили мы свой шанс. Нет, вон она. На той стороне гавани. Ладно, пошли. Эй, а может, давай ты сам заберешь лодку и потом за мной заскочишь? Ладно, чего задумала? Ничего, я просто хочу, ну, еще поснимать. Да не бойся. Ну, хорошо, только чтобы сидела тихо. Считай, убедила. Загружайте все на лодку. Пошли. Ты откуда взялась? Ты должен это увидеть. Слушай, ну ты и нашла время. Стой, Нейт! Что ты делаешь? Ты должен увидеть. Смотри. Что? Там еще на причале остались. Привет. Салливан жив. Я не знаю, Нейт. А ты... ты ему вообще доверяешь? Его не ведут под дулом пистолета. Да вижу я. Ну да, это странно. В общем, Салли, конечно, не безгрешен, но он не предатель. Куда они полетели? А, на север вроде. Да, в сторону гор. Ясно. Значит, в монастырь. Идем. А если он правда работает на них? Либо спасем его, либо вломим ему. Хотя, знаешь, я и так ему вломлю. К
Как такое могло получиться? Видишь подпалины? Ага. Кто-то заложил здесь пороховой заряд и разнес все на куски. Лучше смотри под ноги. Некоторые доски совсем трухлявые. Елена, я не удержу! Дай вторую руку! Да брось ты камеру! Черт! Зараза. Ничего. Давай. Пойдем. О, боже мой! Какой кошмар! Как жаль, что камер нет. Так значит, испанцы наставили тут ловушек для защиты золота? Это не испанцы сделали. Ты посмотри на эти шипы. Так, я что-то не поняла. Это наш самолет. Подожди, это какая-то бессмыслица. Зачем расставлять на острове ловушки, если тут полным-полно их же людей? Незачем. Тут была какая-то тварь. В каком смысле тварь? Стоп, ты думаешь, что... Ты слышишь? Что слышу? Ничего. Абсолютно ничего. За нами следят. Что? Хотя, знаешь, нет, мне показалось. Только давай уйдем отсюда, пока не вернулся тот, кто это выживал. Ладно. Она работала в маленьком баре на Филиппинах. Вы бы знали, какая у нее была сладкая улыбка. Да, господь свидетель, если бы застукала в чужой постели, убила бы на месте. Крохотулька она была роста, 1.5 метра, не больше. Ее прозвали Волчком, потому что... Да она... заткнись ты, старый хрыч, мы про это уже 100 раз слушали. Ну да, точно, я повторяюсь, с памятью у меня теперь беда. Чего ты там так долго возишься? Может, ты не заметил, но эти книги наполовину гнилые. И они на испанском. Давай побыстрей, не заставляй босса ждать. Ну и ну, наконец-то явился. Ну, для трупа ты отлично выглядишь. Все-таки взял с собой девчонку? Девчонку? Эй, если бы не она, тебя бы сейчас никто не спасал. А мы его спасаем? Это как понимать? Признай, Салли, все это подозрительно. Ага. Все-таки это ты их навел. А потом вдруг воскрес из мертвых. Так, стоп, одну минуточку. Роман за мной охотился. Мне нужно было выиграть время. Да, глупая ошибка. Не подумал, что не сядут нам на хвост. Салли, мы бы сейчас летели домой с сокровищем, если бы ты догадался хоть раз придержать свой язык. А ты мог бы проверить у меня пульс перед тем, как сбегать с моих похорон. Ладно, все это уже не важно. А как же это получилось, что ты тут стоишь весь такой живой? Ха-ха, вы просто не поверите. А? Да ладно! Тебя спас старина Фрэнсис! Да! Я думал, такое только в фильмах бывает. Но больно-то было все равно, ты уж мне поверь. Еще в общем, когда они поняли, что я живой, я убедил Романа, что без меня им сокровища не найти. С тех пор я с успехом водил их за нос и дожидался тебя. И где они теперь? Я отправил их на ту сторону монастыря, где они не найдут абсолютно ничего. Вот. Дрейк во всем разобрался. Таким символом испанцы помечали свои тайные хранилища. Сокровище спрятано прямо здесь, в этом монастыре. Найдем символ? Найдем и хранилище. У нас есть все, что нужно. Вот здесь. Все подсказки, ведущие к сокровищу. Мы его найдем. Хорошо. Ну вот только на этот раз, ребята, не бросайте девушку одну, ладно? Даже не думай, Салли. У нее зверский хук справа. Я это учту. Ну?
Многообещающе. Дай-ка фонарь. Ага. Ладно, ждите здесь, я пошел на разведку. Эй, стоп, нет, один ты туда не пойдешь. Да, тут повсюду шныряют люди Романа. Я один наделаю меньше шума, чем мы все. Все будет нормально. Вам тут ничего не грозит, они про эту комнату не знают. Ладно, тогда возьми. 13-м каналом они не пользуются. И держи нас в курсе. Договорились. Теперь закрой дверь. Ага. Нейт, гляди в оба. Да брось. Всегда гляжу. Ну или почти всегда. Ай. Это совершенно неприемлемо. Чего ты от меня хочешь, Роман? Моих ребят режут, как свиней! Мне с трудом верится, что один человек мог уничтожить всю твою команду. Да дело ведь не только в Дрейке! Говорю же вам, этот остров проклят! Хватит. Забирай своих трусов и проваливай. Нет, ты не можешь меня прогнать, а моя доля мне причитается! Твоя доля, Эдди, зависела от качества исполнения твоей работы. Ты заверил меня, что поймал Дрейка и зачистил остров. А черта с два, Роман, так не пойдем! Вы свободны, мистер Раджа. Да и кому? Матьё Джало! Силан! Напомни еще раз, зачем ты нанял этого суеверного идиота? Ты хотел подешевле. Что ж, какая цена, таков и товар. Ну а ты-то, Наварро, ты свою цену отрабатываешь? Тайник здесь, я уверен. Если верить Салливану... Вот уж не стоит. Он знает, если соврет, ему хана. Он знает, что мы убьем его, когда найдем золото. Ему незачем говорить нам правду. Ах, Наварро, сдается мне, твои мозги остались в той канаве, где я тебя подобрал. Мне просто нужно еще время. Погоня за этим твоим сокровищем принесла нам больше убытков, чем оно может стоить. Поверь мне, Эльдорадо стоит больше, чем ты можешь себе представить. Да уж, надеюсь. Ну что, похоже, нашли. Ага. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. О, черт. Что там такое? Салли, живо назад! А? Ловушка! Салли, ты живой там? Салли! Да, да, я цел. Цел и невредим. А. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Ничего нет. Мне это надоело. Нейт? Это Дрейк. Он ничего не нашел и умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт, надо уходить. Ты готов? Да. Конечно, готов. Привет, парни. Тише, Эдди, тише. Что там такое происходит? Ты их не видел?
О, нет! О, Господи, нет! Нам конец! Это что такое? Нам конец! Нам всем конец! Эдди, вернись! О, черт! Дрейк, если мы не выживем, хочу, чтобы ты знал, я тебя ненавижу! Ага, взаимно. Ну, приступим. Да, тебе, мерзкий демон! Не лезь, Кэти Раджет! Эдди! Эдди, держись! Это совсем не смешно. Елена, быстрее! Беги! Быстрее! Что это за твари такие? Не знаю, не знаю. Ты не ранена? Нет. Нейт. Все, тут они нас не достанут. Нейт. Что? Где это мы? Я не знаю. Пошли! Ого! Да, вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли. Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю. Что-то не складывается. Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Наверняка этот лифт ведет наверх. Нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала, можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла выход. Молодец. Ага. Ну что, пошли? Нет, тут ты сам, ковбой. В смысле? Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? Иди уже. Я скоро вернусь. Ага. Эльдорадо лежит страшное проклятие. Испанцы выпустили зло и превратились в демонов. Моя команда погибла. Я несу бремя в одиночку. Корабли не покинут остров. Я уничтожил их все и затопил проклятый город. Великое зло не должно покинуть эти берега. Предсмертный час я посвящаю душу Господу. Да пощадит он это несчастное место. Фрэнсис Дрейк. Господи. Ох, черт. Ты меня слышишь? Слышу, слышу, козел. О, на той стороне нет микрофона. Какая жалость. Уходи оттуда! Елена! Не трогайте ее! Нам
Навару. Если ты не можешь удержать на месте хрупкую девушку... Это больше не повторится. Поверь. Прошу прощения. Нас прервали. Я хотел только поблагодарить, ведь ты привел нас к Эльдорадо. Конечно. О, надеюсь, ты не против, чтобы мисс Фишер пока осталась с нами. Чтобы вы с партнером не вздумали предпринять что-нибудь творческое. Прощай, Нейт. Было весело. Улыбайся, гнида, скоро увидимся. Понять, что я всегда ко всему подготовлен. Бросайте оружие. Вон туда. Не геройствуйте, прошу. А не то я ее убью. Хорошо. Так, а теперь подождите. Сейчас мы к вам вернемся. Великолепно. Такая тонкая работа. Я еще ничего подобного не видел. Это лишь оболочка. Настоящее сокровище Эльдорадо лежит внутри. Ха-ха, открывай! Ты не знаешь, что делаешь? Нет! Я единственный на этом острове, кто знает, что делает! Каргеля статуа! Видадо! Вы просто жалки! Вы все гоняетесь за своими никчемными сокровищами! А представь, сколько за это можно выручить у нужных людей! Левантово! Левантово! Это что такое? Господи! Спасайся! Это что еще за твари? Салли, это испанцы. Те самые испанцы. Господи! Если это увести с острова... Останови его. Я тебя прикрою. Thank you.
Елена, давай, давай. Я жива. Можешь встать. Я жива. Порядок. Я жива. Ты не ранена. О, Нейн! Осторожно. Адьос, говнюк. Да, да, спасли мир, победили зло. Так, рутина. Да ну. Только жаль, что уходим с пустыми руками. А я, знаешь, все-таки кое-что с собой прихватила. Вот, подумала, тебе пригодится. Спасибо. У вас, ребята, странные представления о романтике. Салли! Ух ты, паршиво выглядишь. Ты остальных не видел. Я лодку добыл. А у нас уже есть лодка. Да, большая. Мне это больше нравится. Салли, чертяка, я тебя обожаю. Позаимствовал это добро у парочки мертвых пиратов. Жаль, что ты осталась без сюжета. Ну, ничего, будут и другие сюжеты. Но за тобой должок. За мной не заржавеет.